Уважаемые гости, мы начинаем пресс-конференцию на тему старт нового спортивного сезона для баскетбольного клуба ВМК, новые игроки и тренеры, перспективы команды, предстоящие турниры. Перед началом спортивного сезона 2013-2014 к нам в пресс-центр пришли руководство и команда баскетбольного клуба ВМК. Сегодня они поделятся с нами своими планами на предстоящий сезон. Я с удовольствием всех представлю. В пресс-конференции принимают участие президент баскетбольного клуба УВМК Андрей Анатольевич Козицын, директор баскетбольного клуба УВМК Максим Николаевич Рябков, главный тренер команды УВМК Олаф Ланге и капитан команды УВМК Мария Степанова. Еще раз всех приветствую. И сразу хочу начать вас с чего. Я хотела бы, вы в том сезоне выиграли все уникальные турниры, Евролигу. И от своего лица, от лица коллег, я думаю, все ко мне присоединяются. Я вас с этим событием поздравляю. И знаю, что в том летом вы выпустили книгу. И Андрей Анатольевич хотел попросить немножко о ней рассказать коллегам. А потом уже перейдем непосредственно к теме пресс-конференции. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что вы активно нас поддерживаете в том начинании, которое мы сегодня раз попытаемся реализовать в честь того, что будет происходить. Кубок ОГМК, об этом дальше, наверное, все скажут. Каждый, в зависимости от своей ответственности, если можно так сказать. А если вернуться к вопросу, который поставил ведущий, выпустили вот эту книгу. Это не просто книга, это, в общем-то, с моей точки зрения, очень интересные, важные и животрепещущие моменты сезона прошлого года. Это фотографии, которые объединили Джану второй день, побоюсь этого слова, работу в части и снимков, и комплектование этой книги организовал, сделал, в общем-то, свой инициатор Максим Николаевич. Ему за это огромное спасибо, потому что снимки делал только он. Но на самом деле, чтобы вот так увидеть игру так профессионально, можно только специалист, поэтому Максим Николаевич, за это огромное спасибо. Я думаю, что вам эта книга очень понравится. В моем понимании, жизнь баскетбола в лицах игроков нашей команды, как это зафиксировано фотоаппараты, в общем-то, это не остановившееся мгновение или эпизод, это жизнь нашей команды в снимках. Тем более тот сезон, который прошел, был для нас очень удачным, победным. Оно того стоит, что один из писателей книг. Поэтому по книге, я думаю, достаточно. Ну, а в честь того, что будет происходить, будут вопросы, ответить, можно вкратце до вопросов сказать, что нам предстоит. В общем-то, кубок ГМК, который будем играть в пятницу. Это есть хорошая команда, будет интересно. Все подсюда. Тем более, это практически первые игры этого сезона. Команда практически сейчас обрывает, сборы прошли, ну, кто об этом скажет. Вот первые две игры, смотрим, как мы готовы, где мы находимся, всех приглашаем. А затем регулярный чемпионат и победы, мы об этом более подробно поговорим. В общем, сезон, который предстоит, снова большой, серьезный, трудный. Я думаю, что мы настроен на него, еще раз говорю, состав практически без изменений. Команда, знаете, как говорится, добра не ищет. Состав, как мы его называем, золотой состав. Поэтому практически не изменился, добавился всего один игрок. Мы заменили одного игрока, об этом тоже скажем. Так, я считаю, что мы готовы к борьбе. И всех вас приглашаем быть соучастниками, сопереживателями нашими в этой игре, в большом серьезном деле, которое называется женский баскетбол. Спасибо, Андрей Анатольевич, большое. Тогда у меня вопрос к главному тренеру, господину Олафу. На каком этапе сейчас формирование команды? Все ли приехали? О тренерском составе немножко. И какие изменения
желание произвести в этом сезоне старших составов? Well, first of all, Trivet, I would like to thank you all for your support last season, and I hope we can work together well again this year, supporting and promoting Louis basketball, one of the greatest places in the world. В первую очередь всем привет. Хочу еще раз поблагодарить вас за ту поддержку и участие активное в жизни команды в прошлом сезоне. Мы это чувствовали и надеемся на дальнейшем сотрудничестве и вашу поддержку в развитии, в освещении и в продвижении женского баскетбола в одном из самых прекрасных для этого места в мире. And yeah, as far as our roster, our players and our coaching staff is concerned, we are I think much further ahead than the last season at this point. Вот касательно состава команды и тренерского штаба, то вот на данном этапе нынешнего нового сезона мы продвинулись уже намного дальше, чем год назад было. We do miss a few players at this point, which is also traditionally normal. We have our Americans who are still competing in the WNBA with us. That includes obviously Sharafi, Candace Parker, Sue Bird. На данном этапе мы, естественно, что является, в принципе, нормой для конца сентября, начала октября, мы не имеем вместе с нами американских игроков, которые были задействованы в WNBA. Это Даяна Таурази, Кэндис Паркер, также отсутствует Сью Бёрд. Furthermore, we still waiting for Olga Ateshina to rejoin us after a very intensive rehab period she just completed, and she joined us this week, and I'm excited to see where she's at this point. Также мы ожидаем возвращения Ольги Артешиной, которая только что закончила очередной курс реабилитации, и она сегодня должна прибыть в Екатеринбург, и мы с нетерпением ждем, когда она присоединится к команде, посмотреть, в каком она сейчас состоянии. And then on the coaching staff, we're still missing my wife, Sandy Bordello, who's currently still in the U.S., completing her first season and recovering from a little surgery she had, shoulder surgery, which still comes from her playing days, and we'll miss her, but she should be with us soon as well. Что касается тренеров, то пока отсутствует супруга Олафа Сэнди Бранделла, которая была задействована в работе в WNBA в этом сезоне, и по его окончании сразу же она перенесла операцию плеча, то есть отголоски еще профессиональной карьеры, но она скоро должна тоже прибыть в течение пары недель сюда, в Екатеринбург. But so far in pre-season we were able to manage very well because we have one more addition to our staff, which is Todd Troxell, who has done a good job for us to fill in as another coach along with Olga on the floor. And I feel we have a much improved situation this year as far as our full center. Вот, и в этом сезоне мы привлекли еще дополнительного тренера по индивидуальной работе, Todd Troxell. И он уже работал с нами на одномесячном контракте в период подготовки к прошлогодней Евролиге. И сейчас вот работа на площадке с его участием, с участием Ольги Федоровны Тарасилевой, она стала еще более интенсивнее, это уже заметно. So all in all, I'm very happy where we are right now. Если говорить одним словом, я очень счастлив тем, вот, в каком состоянии мы находимся на сегодня, как нам надо. Спасибо большое. И вопрос тогда к Марии. Мария, расскажите, как провели лето? Удалось ли отдохнуть, восстановить прежде всего физические силы перед началом сезона? И как вообще готовились к новому сезону, пожалуйста? Были ли сборы? Нет, в этом году получилось как никогда. Получился длинный отпуск, практически 4 месяца, потому что я закончила карьеру в сборной. И сейчас уже провела с семьей. Я в Европе, и
такую моральную и физическую, и эта форма сезона уже прошла во все оружие. Она на сборы. У нас, конечно, очень шикарные условия были созданы для первого сбора. Мы собрали здесь минуты, соответственно, комиссию. Я отправилась в Испанию, неделю провели там одну дружескую встречу с местной командой. Вот. Хочу сказать, что атмосфера внутри команды у нас потрясающая вообще. Вы не представляете, как все радовались, когда после каникул все встретились, после отпусков. И на самом деле это была такая радость, как будто да, встретила своих самых лучших друзей каких-то. Атмосфера потрясающая. Даже выходные, которые у нас проходили сейчас на сборах, мы все равно все вместе проводили, активно отдыхая на пляже, какие-то игры у нас проходили. Также у нас существует внутрикомандная линия по WhatsApp, то есть мы постоянно находимся на связи, какие-то приколы туда выбрасываем, мы еще с ними поддерживаем связь. И девчонки, которые находятся сейчас не с нами в Америке, они тоже принимают участие в нашей жизни, они смотрят, как мы проводим время, мы следим за ними. То есть мы все время контактируем, все время находимся вместе, как единое целое. Это, я думаю, что дорого стоит. Поэтому думаю, что сезон должен быть интересным. Также мы потом отправились во Францию, провели тоже там два матча. Вот. Я надеюсь, что продолжим там кубку подойдем на следующий. Спасибо, Валера, большое вам удачи. И у меня пока еще вопрос к Максиму Николаевичу. Вот хотелось бы сказать, что вот ваш вопрос такой комплимент лучше взять. Вашего клуба образцовая работа с болельщиками. И с точки зрения вообще, как все организовано. Вот скажите, сколько человек у вас в клубе работает с болельщиками? И немножко о волонтерской работе вашего клуба. И сейчас тогда второй вопрос. Благодаря чему удается собирать аншлаги на матчах ДНК? Любая даже мужская баскетбольная команда по сбитому. Нам на самом деле, наверное, достаточно тяжело работать, потому что сейчас спорт в Екатеринбурге в целом на подъеме профессиональный. У нас есть команды профессиональные в главных лигах футбола, хоккея и волейбола. Но на самом деле, наверное, сказывается многолетняя работа по созданию и культивированию вот этой баскетбольной культуры, баскетбольного боления. Все-таки баскетбол, аудитория немножко другая аудитория, чем футбол. Вот. Люди уже привыкли, люди знают, что им будет весело, интересно, тепло, уютно. И поэтому они, наверное, включают и ждут наших матчей. Ну а если конкретно по цифрам, то у нас есть наши хорошие партнеры, компания Sport Service, которая берет на себя работу с болельщиками, с волонтерами, берет на себя вот какие-то развлекательные моменты. Давно же не буду понимать, постоянно в контакте. Плюс, естественно, мы стараемся постоянно удивлять чем-то новым болельщиком, каждому сезону подходя с выдумкой, с креативом. Поэтому и активно привлекаем волонтеров, в основном это, конечно, студенты, хотя сейчас есть и люди более старшего поколения, которые просто интересуются, которые заходят социальные группы баскетбольного клуба ДНК в социальных сетях и уже активно начинают общаться друг с другом. Надо просто иметь желание этой же работы. Хотя бы понимаю, что баскетбол это, наверное, не самый первоочередной, да, рейтинговый вид спорта в нашей стране, да, потому что футбол, хоккей там традиционно заложены уже на генетическом уровне в крови наших людей, там возможно все сделать проще, но баскетбол требует больше усилий, но зато когда ты завоевываешь сердце болельщика, это уже надо. Спасибо, Максим Николаевич, и коллеги, пожалуйста, если есть ваши вопросы. Да, пожалуйста.
Нина Мятфер, Москва, Екатеринбург, Мама и тренер. Скажите, вот в прошлом сезоне выиграли все, что возможно, а как в этом сезоне будете искать мотивацию? Не боитесь, что она будет ниже, нежели год назад, когда хотелось бы прийти к долгожданным трофеям? Well, if you work in, as I said before, the world's greatest environment in women's basketball, then the goal is certainly not to just have 1 year of greatness, but many more. So we are in the business of repeating this triple and creating something greater than just 1 year of greatness. Ну, на самом деле, вообще смысл существования нашей команды, на мой взгляд, он заключается в том, чтобы не стать калифом на час, не отыграть один сезон там, с хорошими результатами, а создать что-то более серьезное и долгосрочное, и не ограничиться там хит-пиком в течение одного года и на этом закончить и расслабиться, а в том, чтобы стремиться создавать что-то еще более великолепное, более красивое, и в этом будет главная мотивация нынешнего сезона. Я хочу от себя сказать, что выиграть, наверное, золото – это одно, а подтвердить свой титул – это еще сложнее, наверное, будет. И завоевать такое доверие публики и авторитет, приучить болельщиков к тому, что мы постоянно первые. Это нужно постоянно подтверждать, подтверждать каждый сезон. И каждый сезон это будет делать сложнее и сложнее, потому что ответственность будет больше и больше. За минутку я можно тоже задам вопрос от Максима Николаевича или Спинолову. Вот вы кого считаете самыми сильными, главными соперниками в Евролиге? Well, the first, obviously, facing the group stage, so I don't want to make the mistake of thinking too far ahead. We have, obviously, a target on our back. A lot of people will prepare you better to play Yemka. We have to find our own game again, play well, and I think you look at the season like we did last year, we never looked too far ahead. We made sure we prepared for every opponent and to the best of our abilities, and that's what we're going to continue. Не хотел забегать надолго вперед, нам в первую очередь следить групповой этап Евролиги. Мы понимаем, что все соперники постараются подготовиться к играм с действующим чемпионом как можно серьезнее. Наша же задача каждой команде подойти на максимум наших собственных возможностей, невзирая на уровень игры соперника. Мы должны в первую очередь тренироваться на самих себя. So I want to make sure that we get back to where we were at the end of last year in terms of our team play offensively and defensively, and then I think everything else will take care of itself. Looking at our group, we certainly have big names in there who've been around for a while, like Bosch. Kozic is a newcomer last year, another newcomer lead, but it's a newcomer to the final eight, who played very well. I expect them to be very strong. And then we have a newcomer from Turkey in the group, who are very strong at home, have a big home crowd, up to 10,000 people, so that will be a very difficult game, especially on the road. So I think the group stage will have its challenges, but again, the team we have, the players we have, Значит, ну, у нас в группе есть несколько громких имен соперников. В первую очередь Бух. Это сюрприз прошлого сезона Кошицы. Напомним, что эти две команды играли между собой за бронзовые медали прошлогодней Евролиги. В принципе, в нашей группе три команды из верхней четверки прошлого сезона Супер Евролиги.
это уже говорит о многом. Плюс есть новичок из Турции, Гайсири, который в последние два сезона был в финале Кубка Европы, только в самом упорном борьбе проигрывал Курскому Динамо и Московскому Динамо, соответственно. То есть эта команда уже зарекомендовала себя на высоком уровне. Но учитывая то, какая у нас команда и какого уровня у нас есть игроки, мы не будем сюда. Виктор Ильич, можно вопрос? Лечение Екатеринбурга, Голубов Владимир. Вы нас заинтересовали книгой. Можно ли так рассчитывать, что мы ее получим с автографом автора? Мы постараемся, чтобы по ходу сезона, там, по мере продвижения аккредитации, все у вас будет немного вешаться в нашем уральском спорте, чтобы это на память. Лично вообще не решим, конечно. У меня два вопроса к Андрею Анатольевичу. Вопрос первый. Вот могли бы вы прокомментировать как-то или оценить неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы и Божественной сборной? Почему так произошло? И скажется, если обстоятельства или нет, каким-то образом на работе баскетбольного клуба УГМК? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну, вот вы как бы выступала Светлана Абросимова. Вот как вы оцениваете то, что она вышла на выборы и все последующие обстоятельства, которые там судичат и так далее, которые были с этим связаны? По первой части вопроса, по первому вопросу я постараюсь быть очень кратким. Вот чтобы добиться результата, которого мы как команда добились в прошлом году, прошло 10 лет. Вот. Вчера наши ребята в волейбол выиграли 22 года назад, последний раз выиграли чемпионат Европы. Чтобы был результат, нужно на результат системно работать. Не просто там лучших игроков сыграл, назначил тренера, все поехали, счастье наступило. В современном спорте, вот в советском, наверное, меня как Козырь, и наш тренер, и Максим Николаевич, так не бывает. То есть есть система, возможно, даст результат, потому что система занимаешься не только ты. А так как происходило определенное время, с учетом комплектования сборной, каким образом это в части подготовки происходило, я считаю, что с учетом требований сегодняшнего спорта, 21 веке, сложно рассчитывать на результат, или он будет какой-то разовый, это не системный результат. То есть нужно саму систему совершенно, мне кажется, по-другому делать, чтобы система работала на результат. За тавтологию, извините, мое понимание такое. Вот часть этого вопроса, которую вы спросили о неудачном выступлении нашей сборной. Если систему не поменять, результата не будет. По Российской Федерации баскетбола то, что произошло, происходит, хотелось бы оставить все без комментариев, потому что это общественная организация, было принято решение, было голосование. Не повезло одному кандидату, повезло другому. Но большой вопрос, кто в результате выиграл. Я имею в виду баскетбольную общественность вообще и Российскую Федерацию баскетбола в частности. Потому что что там происходит, мне пока непонятно. Я не знаю, что там происходит. Может быть, когда-то будет понятно. Вы же, может быть, быстрее расскажете мне об этом. Как специалисты, которые интересуются ситуацией в спорте вообще и в баскетболе в частности. Я пока для себя не понимаю, что там происходит. Но нам нужно трудиться, играть. По крайней мере, регламент есть, куда двигаться, ясно, в части чемпионата текущего сезона. Поэтому мы будем заниматься своим делом. Таким образом, мы поймем ситуацию с РФБ. Как только пойму,
вам об этом скажу. Может быть, вы раньше меня обратили, может, я пока не понимаю. Спасибо. Спасибо вам, коллеги, пожалуйста, еще вопрос. По объединенной футбольной лиге, Олегович, вам вопрос. Вот говорилось о том, что у ГМК в том числе хочет стать ее учредителем, и даже уже учредили, по-моему. Да. Вот на какой стадии сейчас проект находится? Нет, тема обсуждалась как раз с руководством РПЖ, но как оказалось, что в этом году, в данном случае сезон идет преждевременно, и ничего происходить не будет. Я в предыдущем вопросе именно и это имел в виду в том числе. Нет, мы ничего не учредили, открытой лиги не будет. Будет происходить только то, что мы обсуждаем, то есть в рамках чемпионата, по которому есть регламент, принято решение. Открытой лиги не будет, учреждать мы ее не будем, потому что, как я уже сказал, нет взаимопонимания. Не просто взаимопонимания, нет понимания происходящего, так если мягко сказать. Поэтому будет чемпионат России в части тех клубов, которые заявлены, будем трудиться. Стараться и участвовать в Евролиге, потому что, как сказала и тренер, и Мария, есть над чем работать. Спасибо. Коллеги, когда у меня еще вопрос к главному тренеру, из дубля состав команды кто прошел? With the development of Nastya over the course of last year and the off-season, and I can only give praise to our junior program. And we have just, at the conclusion of this camp, decided to move her permanently to our roster. So I'm very excited about her. She's made big improvements, and I'm excited to see her development. Я очень доволен тем развитием и прогрессом и совершенствованием, которого достигли в течение минувшего сезона и в течение подготовительного периода, уже вот сейчас, в сентябре месяце, Настя точила. И вчера буквально по окончании нашего сбора европейского, что на пути домой мы приняли решение переводить ее в основной состав на постоянной основе. Вот, я очень хочу поработать с этим игроком Анастасией Точилова. И хотел бы высказать хорошие слова в адрес молодежной программы клуба УГМК, которая дает таких игроков. And then we have also Daria, who is gonna be an additional player for us, but she will be more filling in when needed. Well, Nastya will be a full member of our team. Значит, также с нами работает Дарья Левченко, но она будет привлекаться вот в те моменты, когда она будет необходима для тренировочного и игрового процесса, в то время как Анастасия Точилова уже стала постоянным членом основного состава Левченко. Андрей Анатольевич, ваш клуб сделал покер в прошлом сезоне. Уникальный результат, поэтому сейчас буду знать, какие бонусы предназначены для игроков, для тренеров. Все. Вот раньше, например, в прошлом лете футболист там наши иномарки были, даже за бронзовую медаль, да, у вас. Что-то за результат. Чем порадовали? Чем порадовали или порадовали? Чем порадовались, если победим, будем решать, чем будем радоваться. А за прошлый сезон всех уже порадовали. Будет ли будет заявка на проведение очередного финала лиги? Мы прошлый год проводили, всем очень понравилось. Думаю, что мы в этом году подадим заявку. Но не факт, что нам дадут, потому что есть, видимо, не одни желающие в нашем лице. Во-вторых, ну, в общем-то, насколько я знаю, хотя мне это не очень и хочется, и нравится, но скорее всего это дадут туркам, потому что они очень хотели. В прошлом году мы их перебили. Ну,
в этом году, скорее всего, им отдадут. Турция играет сложно, очень сложно, с учетом того, как там все это складывается. Но если будет Турция, поедем играть в Турцию. Ничего никто никого не напугался. Вопрос, Мария. Кстати, вы сказали, что хорошо отдохнули морально, физически, судя по статистике, были одной из лучших сезонных матчей. Не было мысли вернуться в сборную. Не хочу громких слов говорить опять, но, скорее всего, это вообще сезон последний будет в моей карьере, и, наверное, так, и со сборной. Я, наверное, не пожертвовала, дала себе какое-то время, чтобы провести последний сезон в ГМК, подойти в хорошей форме, дать отдохнуть своему организму, поэтому приняла такое решение. В аппетит во время еды, может быть, это еще не вечер. Поэтому мы надеемся, что Маша пересмотрит свои отношения к нашей команде. Не, ну я поиграла на это всю жизнь, и если бы можно было, я бы на карачках ползала. Но, к сожалению, как здоровьем позволим. Коллеги, есть еще вопросы, скажите? Если вопросов больше нет, я вынуждена закончить пресс-конференцию. Хочу участникам пожелать большой удачи в новом сезоне. Побед, победы, только побед. И вам, коллеги, журналисты, спасибо за участие. Спасибо.